24 по 26 апреля 2013 года в Крымском республиканском учреждении «Юношеская библиотека» при содействии и поддержке Министерства культуры Автономной Республики Крым прошел республиканский молодежный литературный фестиваль «Прошу слова». Торжественно откроет сегодня наше мероприятие человек, инициатива которого была провести это мероприятие, которая углубила эту идею, расширила масштаб и увеличила значимость. Министр культуры Автономной Республики Крым Алена Александровна Плакида. Позвольте поблагодарить всех вас за то, что вы поддержали эту идею, поддержали эту инициативу. Я хочу поблагодарить организаторов и соорганизаторов, людей, которые нам помогли организовать вот такой первый, это пилотный фестиваль, «Прошу слова», вот с таким амбициозным названием, да, и сразу вспоминаются традиции, которые были когда-то очень давно. И я уверена, что именно вы, участники этого фестиваля, станете хорошими продолжателями этой традиции. Я вам хочу пожелать хорошего настроения. Я уверена, что самые достойные, вы все достойны наград, но самые яркие работы будут, безусловно, отмечены. И хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы поддерживаете библиотеки, поддерживаете, продвигаете чтение. На самом деле это действительно классно, это очень круто. Я вам желаю успехов и удачи. Итак, первый день. Приветственное слово официальных лиц, а потом то, ради чего собрались творческие, талантливые молодые люди. Начала свою работу творческая лаборатория в номинациях «Поэзия и проза». Авторитетное жюри в составе крымских поэтов Владимира Павловича Терехова, Марины Матвеевой, Ирины Сотниковой, Александра Кратко и представителя Министерства культуры АРК Елены Григорьевны Емировой по достоинству оценит всех участников. Словом можно изобразить все. И то, что художник, так сказать, изображает, и то, что музыкант, и то, что танцор, и так далее, и так далее. Словом. С молодыми своим опытом делились крымские мэтры. Мастер-классы от Марины Матвеевой и Ирины Сотниковой раскрыли секреты поэтического мастерства. Цель фестиваля – собрать под нашей крышей одаренную молодежь во многих видах искусства. В рамках Литфеста состоялась презентация работ художников-дизайнеров Маргариты Ивановой и Евгении Костиной, а также математика по образованию, но художника в душе Дарьи Лентюжниковой.
унисон работа молодых художниц прозвучала постановка спектакля арт-студии «Карман» «Маленький принц». Всего лишь ребенок. Один из 100 000 других детей, и ты мне не нужен. Но и я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего лишь лисица. Одна из 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы с тобой станем нужны друг другу. Ты станешь для меня единственным в целом свете. И я стану для тебя единственным в целом свете. Второй день оказался презентационным. Сначала состоялось представление Центра творческой реализации «Огрызок» и их нового сборника. А литературный клуб «Хорошо» организовал арт-площадку. Всем собравшимся очень понравилась театрализованная импровизация молодежного любительского театра «Точка отчета». А дальше работа, работа, работа в номинациях «Бардовская песня» и «Публицистика». Мой город, какой он? Я никогда не задумывалась над этим, а просто жила в нем. Здесь прошло мое детство, здесь живут мои родители и друзья. Мой город – это я. Рядом царапала мне душу. Будем биться за своего до конца. Последнее время весь мир сколыхнулся от того, что происходит в украинском суде. Приговоренными к тюремному заключению оказались двое мужчин, сын и отец. Точки действия нет. С фотокамер сотрутся осколки времен. Инфракрасный рассвет наблюдали мы сквозь перекрестный огонь. Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени. Почему? Потому что учитель по природе своей созидатель, ибо он творит человека. Люди не понимают, что животное – это не мягкая игрушка, которая не требует особого ухода. А если каждый хозяин будет выгонять животных на улицу и научить его манерам и поведению, по улицам так и будут ходить стаи голодных и ободренных собак. Популярность блогов разная. Кого-то считают лишь пару человек, а у кого-то тысячи подписчиков. Все это, как правило, подкрепляется модными фотографиями с айфона и ценами изображенных вещей. И третий день, самый приятный и самый трудный. Определились победители и были вручены награды. Прежде всего, хочу вам сказать огромное спасибо, выразить самые искренние слова благодарности за ваше участие. Особенно тем, кто приехал из Щелкина. Спасибо вам огромное. И спасибо всем, кто приехал и поучаствовал. Я уверена, что для вас это было интересно, это было, может быть, необычно и ново. И с удовольствием вручу дипломы, да, победителям.
Все дни Литфеста велся живой журнал, и участники могли в нем написать все то, что они думали о нас, но не решались нам сказать. Вот и все. Наш первый фестиваль закончился. Участники и победители разъехались по всему Крыму с подарками и впечатлениями. Нам хочется надеяться, что первый наш Литфест не оказался комом, и впереди нас ждут новые интересные встречи с юными, талантливыми, творческими.